Жена мужу. Дорогой, дай мне денег на карманные расходы. Сколько? 1500. Нихера у тебя карманы. Парень говорит проходящей мимо него девушке. Девушка, вы, наверное, в жизни наделали очень много ошибок. Откуда вы знаете? У вас все локти покусаны. Два одессита тихонько беседуют в зале суда. Моня, ты мне можешь объяснить, почему во время оглашения приговора нужно стоять? Потому что после этого таки придется долго сидеть. Египет. Бедуин изо всех сил выбивает свой ковер. Подходит наш турист. Ну что, братан, не заводится? Звонок. Мужик открывает дверь. На пороге стоят трое в противогазах и с ног до головы закутанные в костюмы химзащиты. Человек с огнеметом в руке спрашивает. Это вы анализы вчера сдавали? В колонию для осмотра заключенных приехала медсестра из городской больницы. Заводит к ней в кабинет особо опасного преступника по кличке Виталик Самец. Медсестра говорит ему. «Спустите трусы, мне нужно пощупать». Виталик ей. «Слышь, красавица, а тебе какие бубенцы нравятся?» Медсестра смутилась и отвечает. «Разные». Виталик приспустил трусы и говорит. «Тебе повезло, у меня как раз разные».